ты шлепаешь на стол? Тренировка футболистов юношеского текстильщика проходит в полсилы и со сниженной нагрузкой. После крупной победы тренер разрешает своим подопечным немного расслабиться. На днях ребята выиграли кубок Золотого кольца по футболу среди юношей 2003 года рождения. Победа позволила ивановцам выйти в финал Кубка России. Традиционными соперниками на первенстве выступили Ярославский Шинник, Костромской Спартак, Владимирский Торпедо и Муром. Решающая игра с последним для ребят закончилась со счетом 5-0. Выиграть этот кубок была наша одна из главных задач на этот сезон. Он был достаточно сложно, потому что в этом турнире принимал участие не так много команд, всего 5, но почти все были крепкие команды, и с которыми мы не всегда играем удачно. На серьезных турнирах ребята соревнуются с 13 лет. Прошлый Кубок Золотого кольца принес команде серебро. В этом году упорные тренировки позволили занять первое место. Самые сильные команды были для нас Спартак, Кострома и Шинник. Остальные так легенькие были. Мы выиграли и попали в ПФО, в финал, поедем в Сочи. Там тоже пытаемся выиграть. Летом юные футболисты тренируются 6 дней в неделю по несколько часов, в учебное время реже. Занимаются на стадионе «Локомотив» под руководством Владимира Попова. Многие его подопечные хотят попасть в большой футбол, болеют за самые известные клубы, а кумирами называют топовых игроков Испании и Португалии. Ребята такие, будем говорить, фанаты своего дела, и родители активно помогают. Вот. Так что вы сами видите, у нас прекрасная база. Все-таки у нас одна из лучших по «Золотому кольцу». Так что манеж есть. Ну, все условия есть, все условия для работы. Теперь перед тренером и его командой стоит непростая задача – достойно выступить в финале Кубка России. Пройдет чемпионат в конце октября в Сочи. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.